Привет! Привет! У нас такое солнышко. Да, мы отвели дедушку в детский садик. Кстати, нам вчера в комментариях кто-то спросил, мне послышалось или вы сказали, мы отвели дедушку в детский садик. Это мы так называем дом престарелых, он называется? Это кодовое название центра для людей престарелого возраста. Да, просто дом престарелых как-то звучит, не знаю. Нет, это не дом престарелых. Неэтично. В доме престарелых все живут, а там просто ходят тусоваться. Тусоваться, да? Тусовочка. И поэтому мы решили это называть детским садиком. Да, потому что, по сути, мы его заводим, оставляем, потом приходим, потом забираем. Вечером забираем. Воспитателей, да. Спрашиваем, как он себя вел. Да, он там кушает, спит, поэтому это как детский садик. Мы сейчас идем домой к маме. Вот у нас есть ключик, мы будем там тусоваться целый день, потому что до нашего дома нам долго ехать. Мы купили билеты в Украину. Мы 20 января прилетим в Украину в 11 часов вечера. Да, а 7 числа мы улетаем в Барселону. Да, от Смарвея мы улетаем 7 числа. В Барселону у нас там экзамены, вот, сессия. Мы сдаем, и 20 числа мы улетаем в Украину. А еще я уже так сильно хочу в Украину, я хочу вареников. Я не знаю, мне вообще так хочется вареников. Я хотел их здесь купить, но они здесь дорогие. Хочу вареников. И Катя мне их не разрешила покупать. Авария. Что авария произошла, да? Прикол. Смотрите, как ему помяли вон сбоку, видите? Вот. Вот та машина черная, Ford. И они только что вышли, пожали друг другу руки и разъехались. Вот так решаются дела, правда? Мы сейчас идем мне на перевязку, гуляем по набережной в сторону больницы. Тут такое солнце сильное, да, я прям не могу глаза открыть. Я жалею, что я забыл очки дома. Я. Катя вообще их в Барселоне оставила. Да, я их оставила в Барселоне, я не думала, что Правильно, зима же. Буду мучиться. Зима же, правильно? Смотрите, какая у меня больница. Спа-салон какой-то. Мне уже сделали перевязку в лифте. Смотрите, здесь сенсорный лифт. Где кнопки, блин? Он сенсорный. А как он меня поднимет туда, куда мне нужно? А, ноль. Нолик. Прикол. Ну, такой клевый кабинет у него вообще. Да. Такой... Очень современный. И вообще, и прошлые врачи наши были хорошие. Да. Клиника прикольно нравится. Я скоро буду делать обзоры всех клиник Испании. Нет, уже, я надеюсь, уже две хватит, есть. Хватит уже с этими обзорами, Дим. Поэтому я высказываю свое мнение, что эта клиника хорошая. Советую. Называется Кирон Госпиталь. Марбея. Да, а сейчас мы едем в Пуэрто-Банус. Едем смотреть на Ламборгини. Едем на лакшери-тусовку.
Да. Это лакшери город, который находится возле Марбеи. В общем-то, он и является частью Марбеи. Вот. Но здесь именно вот концентрация Феррари, наверное, на квадратный метр, на квадратный километр. Больше, чем где-либо. Наверное, только в Монако больше Феррари, чем здесь. Еще Порто-Бонус — это город понтов. Потому что, например, мы сегодня только приехали, мы увидели сразу Феррари. Там сидели две девушки. Мы их первый раз увидели на одной дороге, и второй раз они приехали уже на набережную. Мы их тоже снимали, кстати, здесь. И просто вот прямо перед камерой они начинают газовать. Машина начинает издавать вот эти звуки. Да и вообще, всех, кто приезжает сюда на набережную, это люди не просто хотят проехать куда-то там, а вот просто, чтобы проехать и показать себя. Вот. Бедненький городочек. Мы искали кофе попить, но здесь минимум 2 евро в каких-то вообще забегаловках. Да, а в каких-то кафешках прикольных мы даже боялись зайти туда. Так дело в том, что я даже не заметила прикольных кафешек. Там какие-то лакшери кафе, но у меня нет желания даже туда зайти и заплатить даже больше. Ну нет, короче, мне не нравится. Мы зашли в Le Corte Inglés. Мы знаем точно, что здесь в супермаркете. У них есть свой супермаркет Le Corte Inglés. И у них там своя пекарня. И тут очень вкусные круассаны с миндалем. Мы очень хотим его купить. Это первое. Они дешевые. 1 евро, по-моему, стоит один круассан. Это первое. А во-вторых, тут по-любому есть кофейня. И по-любому она не такая дорогая, как на набережной или вообще просто в городе. Круассан стоит 2 евро, но он очень вкусный, там много миндаля. Возьмем. Дима, он берет уже. Это круассан с миндалем. Это вафли. Это я купила себе кокос. А это, смотрите, какая прикольная бутылочка. Там гряблки. Гряблки. Как она называется? Сабвординг? Просто гряблка. Да. Пусть будет. Мы пробовали, кстати. Это что такое? Это? Да ничего. Ничего. Момент истины. Что это? Тут что-то рисовать можно, походу. О! Рисовалка. Прикольно. А еще я купила себе кокос. Он на вкус как орешки. Похоже на орех. Мы дома. Уже как часов 7. Катя уже вырубилась, уже спит давно. Смонтировал уже влог. Буду идти спать тоже. Устали на сегодня, очень много находились. А завтра Новый год. Точнее, сегодня, кто смотрит это видео, 31-го. Все, всем пока, до завтра.